Сегодня мы будем готовить вкуснейший песочный пирог с яблочным джемом, а можно с любым другим вареньем или джемом. Получается просто объедение. Для него нам понадобится сливочное масло или маргарин 200 грамм, добавляем щепотку соли, стакан 250 миллилитров сахара. Затем перемешали все хорошенько, добавляем одно яйцо, я сразу его взбила. После добавляем сметану, примерно 2 столовые ложки любой жирности. Все это хорошенько перемешали до однородного состояния. Теперь берем муку. Муку мы добавляем ванилин и чайную ложку соды. Все хорошенько перемешали. И будем просеивать нашу муку. Муку мы просеяли, но не всю сразу, а частями. И будем вводить в наше тесто. Я перемешиваю лопаткой, вы можете перемешивать ложкой. Добавили оставшуюся муку. Тесто у нас получается вот такое вот густое, поэтому я буду его довымешивать, собирать в комок на столе. Оно должно получиться вот такое вот мягкое. Затем я застилаю пергаментной бумагой противень и наше тесто распределяю по противне. Сразу скалкой, затем руками, чтобы равномерно распределить наше тесто. Распределили. Теперь берем варенье или джем. У меня густой яблочный джем. Можно взять любое варенье, не обязательно такое густое. Распределяем все это по поверхности теста. Распределили, теперь будем делать крошку. Берем 150 грамм муки, 50-60 грамм сливочного масла или маргарина. Ложим в морозиловку его, чтобы он хорошо натерся. Натерли, добавляем ванилин, третью часть ложки соды и 50 грамм сахара. И теперь с помощью руки превращаем в крошку. Вот такая вот крошка у нас получилась. Крошку нашу выкладываем поверх джема. Распределили крошку, отправляем в духовку. И получаем вот такой вот вкуснейший песочный пирог. Просто объедение. Вкуснятина.